Всем привет! Для многих известна такая проблема, как засоры. Я хочу вам показать, как плохо уходит вода. Вот смотрите, да, если большой напор воды, то вода начинает скапливаться. Смотрите, вода очень плохо уходит, потому что там скапливаются, конечно же, волосы. Вот такая грязь у нас. Давайте мы сейчас попробуем, как наше средство засоров сработает. Я его заливаю на ночь. И завтра с утра мы с вами будем проверять результат. А самое главное, что в нашем средстве, так, где оно у нас, заявлено то, что оно прекрасно справляется даже с волосами. Итак, в инструкции написано, что нужно нам 250 миллилитров средства, то есть это пол бутылки. Мы просто заливаем и оставляем. Вообще средство должно подействовать уже в течение 15 минут, но так как у меня сейчас нет времени ждать, я просто ложусь спать, а утром мы будем проверять с вами результат. Всем доброе утро! Я включаю кипяток и проливаю прямо вот сюда, в трубу. Таким же образом можно взять просто чайник с кипящей водой и вылью туда несколько чайников. Итак, друзья, это у нас промежуточный результат. Вода уходит все лучше и лучше. Волос здесь в стойке остается все меньше и меньше, потому что они разъедаются, видимо, под воздействием средства и под воздействием горячей воды. Минут 5 я держала, направляла струю с горячей водой в трубу. Ну вот, как-то так. Сейчас будем дальше смотреть, что у нас получится. Итак, для чистоты эксперимента я не использовала ничего, кроме как струя воды. И посмотрите, насколько чисто стало в сливном отверстии. Просто вообще идеально. А сейчас давайте проверим, как вода стала уходить. Итак, вы помните, в начале видео вода уходила очень плохо. Сейчас гораздо лучше. Ну вот, посмотрите, водичка уходит отлично. Всем рекомендую наше средство от засоров. Прекрасно справляется даже с серьезными засорами. Если у вас остались вопросы, жду их в комментариях.